зовут Татьяна Передкова, город Комсомольск-на-Амуре. Мой сын, старший сын, заболел гепатитом С. Лечили мы, наша официальная медицина, несколько лет. После этого лечения результатов не дало. И ему объявили при последней выписке из стационара, что ему осталось жить не более 2 лет, потому как у него быстро формируется цирроз печени. Я, конечно, была в отчаянии, не знала, куда обратиться и что делать дальше. Вот. Потому как официальная медицина вот выявила такой вердикт. Но он сам случайно или не случайно, не знаю, в общем, в интернете вышел на сайт компании For Life Research и нашел там материалы о том, что продукты этой компании могут помочь при его заболевании. Он эту информацию скинул мне и сказал: посмотри и реши, нужно мне это или нет. Я когда ознакомилась с информацией, я не раздумывала, потому что мы были загнаны в угол и стоял вопрос о жизни, дальнейшей его жизни. Вот я позвонила в офис в Хабаровск, спросила, кто-нибудь занимается у нас в городе этой продукцией. Мне дали телефон офиса, я обратилась сюда. Здесь был у нас врач-иммунолог, и она назначила схему лечения его, рассчитанную на 9 месяцев. Ну, потом ее корректировали, эту схему, приезжал, когда Пинаев, он немножко подкорректировал ее. И мы стали принимать продукцию компании. То есть трайфактор и трайфактор плюс в двойных дозировках в течение 9 месяцев. Вот. Через 9 месяцев мы сделали анализ ПЦР, ПЦР была отрицательная. И буквально через 3 месяца приема он стал гораздо лучше себя чувствовать и гораздо лучше стал выглядеть. У него исчез землистый цвет лица, его вялость, постоянное недомогание, неприятные ощущения, болевые ощущения в области печени. Вот. Он стал энергичный, появилась хорошая работоспособность, нормальный сон. Он стал вести обычный, нормальный, здоровый образ жизни. Но так как нам сказали 9 месяцев пить, мы упорно продолжали принимать трансфер-фактор 9 месяцев. Вот после этого у него отрицательный ПЦР. То есть эта реакция вируса в организме не обнаружила. Так, через 4 года мы сделали повторный анализ ПЦР, потому что для контроля. И опять реакция была отрицательная. Вот сейчас он нормально ведет нормальный образ жизни, особо даже не придерживаясь диеты, воспитывает сына и ведет нормальный, здоровый образ жизни. Вот благодаря продукции компании мы могли победить такую серьезную, грозную инфекцию, которая угрожала не просто ему здоровью, его жизни. Вот, конечно, мы очень благодарны, что мы попали сюда и сохранили здоровье и жизнь сына.